Курмангазинском районе ведутся исследования курганов Кудайбергена, расположенных в селе Асан. Напомним, что это вторые раскопки областного музея, проводимые в этом году. В течение нескольких дней специальная группа выявила экспонаты, характерные для сарматского племени, археологические находки, относящиеся к X-XI веку до нашей эры. Согласно историческим данным, 3 из 5 курганов, характерных для сарматов, были разворованы, и только 2 сохранились. По историческим сведениям, сарматы, считающиеся непосредственными предками казахского народа, жили на территории Большой империи, берущей начало со 2 века до нашей эры и просуществовавшей до 5 века нашей эры. Известны 5 сарматских курганов на этом месте. По некоторым данным, 3 из них были разворованы. Мы сейчас находимся на тех 2, которые сохранились. Как известно, сарматы жили на этой территории, на Нарынской земле. Кроме того, в этой местности найдены захоронения печенегского периода 11-10 веков. Здесь похоронены человек и лошадь. В нижней части обнаружен первый лицевой слой сарматского кургана. В нем были обнаружены сгнившие доски. По некоторым данным, во время раскопок выяснилось, что ограбления не было. В исследовательской работе помимо специалистов музея также участвует сельская молодежь. Научным руководителем раскопок был утвержден археолог Марат Касенов. В своем докладе глава государства отметил, что пропаганда исторических ценностей не только у нас, но и за рубежом – это прославление нашей истории. С этой целью при поддержке акимата Атырауской области в настоящее время ведутся раскопки курганов Кудайберген. Здесь будут проведены раскопки 3 курганов, и найденные ценности будут приняты в фонд Курмангазинского районного отделения областного музея. Научный руководитель раскопок Марат Касенов и специалисты музея, а также к работе привлекается и молодежь села Асан. Возможно, археологические исследования, которые будут продолжены до октября месяца, откроют немало исторических тайн ранее не изученных курганов Кудайберген. Назарке Асхат Казахтлик, Абай Кызы Булат Рахметулы, телеканал Атырау, Курмангазинский район.